Кукурузники так высоко не летают. Надо навык фермера будет. О, привет! Здорово! Чё ты на этом был? На... А чё у тебя колеса подстрелены? Да, я сел за поставками лоса, говорю. А, значит так это называется теперь, да? Ну я за ИЛС был? ЖДЛС засеян, смотрел, нет? Нет, я за поставками лоса слил. Я за ним... Мне мент в колесо стрельнул. Стоп, а ты в них врезался? Нет, я просто за ними ехал. А, ну... Так что у них они постоянно ДМят там? Дорогие. Ну, они имеют право, слушай, смотри, за ними следует. Если типа к ним подозрительный ездят. Чувак на машине. Не, он просто за ними ехал, он даже не стрелял. Вдруг ему просто по пути. Они тебе говорили что-нибудь, слышишь, типа отъедь, фу. Да, конечно, говорили сначала, они говорят же. Нет, подожди, не все говорят. Они Боже, тебе говорили. Они начинают да, подрезать нет, жестко, а потом стрелять. Тебе говорили, чтобы ты не следовал за ними? Кстати, он не так уж и плохо летать, наверное. Я за 200 как купил, нормально. Че, вы лицензию уже получили? А похудим, слышь, грин. Чего? Похудим. Ну это типа походим, поеду, пообщаемся. Да я сейчас на ЛСА поехал, поеду, сейчас кого-нибудь сажу. Засужу. Кто это над фермой летит? В лицензию уже получали? Сейчас. Лады, в лицензию уже получали? Получали. Халявно. Ну, бесплатно. Ну, вот, поставки окончены, нет? Флай, так нам лицензии раздают? Или? Я занят. Раздали. Алло, уже раздали немного. Да, получали. ДЛС могут. Если ты хочешь получить, то скидывай мне в ЛС, как ты покупал эти лицензии. И проси у райдера, типа, половину лицензии, половину стоимости. А, сбрасывай скорость, там кто на кукурузнике меня обгоняет. Сверху или снизу. Ну понятно, спидхак. Какой? Ты над рекой? Да. Ну я, да. Сейчас пролетел над рекой. Я сейчас последний чекпоинт получу. Обгоняй. Я тебя не вижу. А, отдел кадров провести надо. Настю, чел на мотике летит прям. Тупо флай. Прям как я на самолете. Нет, он быстрее. Он быстрее летит. А где Белов? Он где-то был. А, вижу. Я хочу самолет. Так нельзя летать над военными объектами. Мне можно. Не продумано. Ну, типа, так тот чекпоинт прям... Там тест был, там тест был прям, типа. Все, тут поворот, вроде бы. А? Академия, это в смысле... Академия. Ну, я понял. Грина, там Вагас и Собескула, давай это, побегаем возле их респы. Кто на Собес? Чё я? Нихуя. Где чекпоинт? Где? А, вон. Я пропустил. А я не. Ха-ха-ха-ха, ты пропустил. Все, последний. Ты, конечно, молодец. Ни разу не зафейлил. Так, вы где, в кого стрелять? Блять, мне оружия нет. Все. Че за лох бежит? Все, флай, жду тебя в машину. Вот он, вот этот пидор. О,
Его ты пыхнул. Кому котемку провести надо? Сейчас я сдам на полеты. Угу. Старк, тебе надо? Стой, мне, стой, да. Стой, стой, я хочу на нее расследовать. А, все. Старк, ты на каком курсе? Уже на втором еще? Да, мне последнее расследование. Идим. А. Идим. Я тогда лекции табу прочитаю и потом тебе расследование проведу. Все, теперь можно на слет. Аэро. Все, ждем тут. Я пойду в область. Куда вы на слет пошли? На слет еще 40 минут. О, сейчас кому подбивай. Кто это? Я не вижу. Почему даже армейское печенье знает, что я вонючий ФБРовец? Как? Никого. А как он? Ну, он по чате спалил? Или такой... Нет, да, блядь. Ой. О, Лео Борду. О, а кто там, кстати, это желтый на это, на армейском складах? Не я точно. Ты там, ты там. Нет, я вообще не рядом с... Это был Изи. Сережа Белов знал? Или летит еще? Я полетел только что. Ну ладно. Если что, я релокнусь. Кстати, а... Заберем еще раз летать? Не надо забирать. Бля. Я пошутил. Бен Рейни в сети. Я полетел. Бордо, у тебя забрать лицензию? Нет. Не надо. А чё так? Флай, вы сейчас где? Мы дома. Черми... О, чей желтый клип. Какой лям? Это я на ЛСА. Желтый. Какой лям? Вы о чем? За девочку. Мы едем в ФБР. О, отлично. Сука, я опять чекпоинт пролетел. Тебе Эндрике посылку передал. На тебя не тянет. Кстати, а где она? Она у меня. Это посылка. Давай, встретимся в ФБР. Там минус два. Я покупаю. Куда ты деваешь наркотики, которые тебе дают? Я вот, да, я его ставлю. Продаю. Продаю. Он уничтожает их. Да, сам такой чистый. Знаешь, куда продаю? Сам съедает. Слышь, знаешь, куда я продаю? В кого ты продаешь? Админом. А, ну прикольно. Это они спамили, короче, мою контору и теперь отбирают у меня. Так тебе и надо. Так ты ее складывай, короче. Как ты это делаешь? Никуда я не складываю. Да хватит врать, мы все знаем. Да это если бы я сам не рассказал, вы бы мне... Ты один раз багажник не закрыл. Что я за... В чем? Половину к себе, в машину, половину в другую.